بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья благодарим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля то что он нас вместе собрал в самый наилучший из дней Йом аль-Джума в пятничный день в самом наилучшем месте в доме Аллаха Субханаху ва Тааля просим Аллаха Субханаху ва Тааля так как он нас собрал здесь в этой дунья вместе на поклонение Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля чтобы собрал нас, иншаллах, в судный день под тенью своего трона и вел нас в рай Аль-Фирдаус, быть соседями вместе с пророками, шахидами, с праведниками, с правдивыми. И как прекрасно это соседство. Субханаллах, вот не так, как будто вот только вчера мы ждали, когда наступит месяц Рамадан. Субханаллах, зашли в этот месяц и вышли, субханаллах, прошел, уже Шаваль скоро заканчивается. Когда заканчивается месяц Рамадана, вот после этого люди делятся на категории, на две категории. Одна категория – это та, которая изменилась в лучшую сторону, которая скучает, грустит по этому месяцу, ждет новый месяц Рамадан. Другая же категория людей, которые радуются, то, что они вернулись на том, на каких-то грехах, на каких-то плохих делах, которые они жили до месяца Рамадан. И, субханаллах, как только человек родился на этот мир, шайтан, сразу Аллах, субханаллах, нас предупредил всех и сказал, «Инна шайтан алякум адуу мубин». Поистине, шайтан – ваш явный враг. И постоянно он будет нашептывать рабам Аллаха, субхану ва тааля, приукрашивать грехи, дабы сбились рабы Аллаха, субхану ва тааля, с пути Всевышнего, субхану ва тааля. И эта дунья, в этой жизни всегда есть какие-то дела, какие-то проблемы, что отдаляет человека от поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, отдаляет от поминания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Человек всегда в этой жизни живет в трудностях, в сложностях. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Лакад халакна ли инсана фи кабад». Поистине мы сотворили человека в сложностях. Но однако мы должны напоминать, и вот это как пятничная проповедь, пятничная лекция, это напоминание в первую очередь для меня самого. И мы все в этом нуждаемся. Эти вещи не обучают в университетах, в школах, не записываются на досках. За это не дают какой-то диплом о высшем образовании. Это из Корана, из сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы также должны не забывать, помнить то, что перед нами еще предстоит смерть, усакарата, и вот это предсмертные муки, уль-кабр ва зульмата. Перед каждым из нас предстоит кабр, могила, и темнота этой могилы. И все мы услышим, когда ангел Аллаха Субхану ва Тааля задунет в горн, то есть каждому предстоит еще в судный день пройти через мост. В этот момент задается вопрос, кто поможет в этот момент, когда нужда будет эта помощь для нас? Кто поможет нам в могиле, кто поможет нам в судный день, кто поможет нам зайти в рай? Аллахи, никто не сможет помочь, кроме как Аллах Субхану ва Тааля. Эти вещи невозможно купить за деньги или не даются какому-то определенному человеку. Это Аллах Субхану ва Тааля по своей щедрости и милости дает тому, кто это заслужил. Поэтому, если мы хотим узнать, в каком положении мы перед Аллахом Субхану ва Тааля, мы должны знать, должны в этот момент чувствовать в себе, когда наше сердце радуется, в какие моменты, где мы любим больше находиться, в чем мы больше любим проводить время. Как сказали одному из праведников, Аль-Хуляфа Аль-Аббасиин, во время аббаситов, один из правителей, Аба Хазим, «Я Аба Хазим, куль халь саанджу?» Спросили его, спасусь ли я в судный день? «Каль баяну залика фи китабиллах?» На этот ответ в книге Аллаха, субхану ва тааля. Спасешься ты или нет? «Каль айна аджиду?» На что он спросил, где я найду в Коране, где это? «Каль фи каули Аллахи азза ва жаль». «Инна л-абрара ла фи наим, ва инна л-фуджара ла фи джахим». В аяте, где Субхану ва Тааля сказал, поистине праведники будут в наслаждении в райских обителях,
а грешники будут в наказании. И это ответ на этот вопрос. И в аяте, где Субхана ва Тааля сказал: «Ам хасиба аллазина иджтараху ас-сайиати ан наджалахум каллазина аману ва амину ас-салихат саваум махьяхум ва маматухум саа ма яхкумун». Субхана ва Тааля задают вопрос: «Ам хасиба аллазина иджтараху ас-сайиати?» Неужто те, которые совершали грехи, Аллах Субхана ва Тааля их сделает одинаковыми с теми, которые уверовали и творили благие дела, деяния? Как же они плохо размышляют, как же они неправильно думают, говорит Субхана ва Тааля. Если человек, если мы с вами, братья, сможем эти аяты понять, принять их сердцами, тогда в этот момент мы поймем, иншаллах, спасемся мы или нет. И если мы сможем принять аят Аллаха Субхана ва Тааля, сейчас месяц Рамадан был месяц Корана, не только месяц поста, шахр Рамадан, лязи унзила фихи аль-Куран. Месяц Рамадана – это тот месяц, который Аллах Субхана не спасал Коран. И каждый мы с вами читали Коран, размышляли над Кораном. Мы должны это понять сердцами. И, иншаллах, через всю свою жизнь, иншаллах, пронести. Не жить от Рамадана до Рамадана, а постараться то, что мы ночные молитвы здесь выставили, поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля. Кто-то из нас проявлял внутри, чувствовал трепет перед Аллахом Субхану ва Тааля, принести через всю свою жизнь. Хадисы, где Аллах Субхана ва Тааля в Кудсе, хадисы Кудсе, где Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Вала язалу абди ятакаррабу илайя бин навафиль хатта ухибба». Поистине мой раб будет приближаться ко мне через дополнительные какие-то поклонения, помимо обязательных, помимо фарда, до тех пор, пока я его не полюблю. Субхана Аллах, любовь Аллаха Субхана ва Тааля. То есть Аллах Субхана ва Тааля поклоняется, раб Аллаха, делает дополнительные поклонения, суннан намазы, сунна тахаджуд, посты в понедельник, четверг. То есть дополнительно какие-то поклонения он будет делать до тех пор, пока Аллах его не полюбит. Субханаллах, если Аллах субхана ва Тааля полюбил своего раба, обращаясь к Джибрилю, алейхиссалям, говорит: «Я Джибриль, инни ухиббу фулян фахибба». «О, Джибриль, я полюбил этого раба, полюби ты его тоже». «Фаякулю фаюнадил Джибрин фи малаил малаика». И тогда Джибриль, алейхиссалям, обращается к ангелам в небесах и говорит: «Инна Аллах азза ва джалла ахабба фулян фаахиббу». Поистине Аллах Субхана ва Тааля полюбил такого-то своего раба, и вы любите, и все, кто в небесах и на земле, будут любить этого раба. И Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фаида ахбабту», если я полюбил своего раба: «Кунту самуу лази ясмау бих, ва басараху лази юбсиру бих, ва ядаху лати ябтышу биха, ва кадамаху лати ямши биха». То есть если я полюблю своего раба, то я стану его слухом, который он слушает, его взором, который он смотрит, его рукой, которую он протягивает, его ногой. То есть везде мурад тауфик от Аллаха Субхана ва Тааля во всех его деяниях. Поэтому тауфик от Аллаха Субхана ва Тааля, именно на этом мы должны просить у Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Аллах Субхана даровал свою щедрость нам, Аллах Субхана проявил по отношению к нам свою милость. Каля Шуайб, хатибу ль-анбия: «Вама тауфики илля биллах, алейхи таваккальту ва илейхи униб». Пророк Шуайб, алейхиссалям, говорил: «Мое положение зависит только от Аллаха Субхана ва Тааля. На него я полагаюсь, Субхана ва Тааля, и к нему я возвращаюсь». Поэтому из Корана, из слов Аллаха Субхана ва Тааля, из калами Ля Азза ва Джалл, мы сможем найти правильный путь. Каля Азза ибн Абдиссалам фи калимати ла ямаллю аль-мар'у тардадаха. Аль-Азза ибн Абдиссалам сказал такие красивые слова, и постоянно мы должны это себе напоминать и помнить об этом. Валлахи лан ясилу иля шайин бигайри Аллах. Факайфа ясилу иля Аллахи бигайри Аллах. Валлахи, говорит, клянусь Аллахом, ничего невозможно достичь без Аллаха. Ничего невозможно познать в этой жизни без Аллаха. А как человек пытается познать Аллаха без Аллаха? То есть без Корана, без слов Аллаха, Субхана ва Тааля. И в этой жизни, Субханаллах, человек, люди, рабы Аллаха, Субхана ва Тааля, на две категории разделяются. «Имма итакаллабун фи рахмати Аллахи ва лутфи». Некоторые из рабов Аллаха, Субхана ва Тааля, живут в милости Аллаха Субхана ва Тааля, в поклонении Субхана ва Тааля. «Ва имма итакаллабуна фи сахати Аллахи ва никмати». А некоторые живут под гневом Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому, альхамду лиллах, то, что мы смогли, альхамду лиллах, дожить до месяца Рамадана, мы прожили этот месяц Рамадана в поклонениях, и дальше мы должны, альхамду лиллах, всю свою жизнь, то, что мы заработали, вот эти вот поклонения, которые мы совершали, трепет перед Аллахом Субхана ва Тааля, через всю свою жизнь принести.
пока мы не встретимся с Аллахом, субханаху ва та'аля. Все пророки говорили: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. То есть полностью мы повинуемся Аллаху Субхану ва Та'аля, полагаемся только на Аллаха Субхану ва Та'аля. То есть должны просить у Аллаха Субхану ва Та'аля возможность до конца своих дней поклоняться Субхану ва Та'аля. И эти дела в этот момент наши сердца связываются с Аллахом Субхану ва Та'аля. Когда мы связываем свои сердца с Аллахом Субхану ва Та'аля, в этот момент проявляется искренность в поклонении Субханаху ва Та'аля. Если посмотреть на неверующих людей, Аллах Субхану ва Та'аля из Корана говорит, описывая неверующих во времена пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям: фуджар, аль-куффар, аль-мушрикин, грешники, неверующие, язычники. Аллах Субхану ва Та'аля описывает их в Коране и говорит: иннахум кану إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Поистине они были таковыми, когда говорили لا إله إلا الله, проявляли высокомерие. Проявляли высокомерие. Верующий же человек, наоборот, когда слышит لا إله إلا الله, когда муэдзин говорит أشهد أن لا إله إلا الله, должен в этот момент проявлять смирение перед Аллахом Субхану ва Та'аля, нужду в Аллахе Субхану ва Та'аля. Также Аллах Субхану ва Та'аля, описывая их, говорит: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Когда речь шла об Аллахе Субхану ва Та'аля, сердца неверующих проявляло некое такое, возмущались, когда говорили об Аллахе Субхану ва Та'аля. Почему сейчас речь идет об Аллахе Субхану ва Та'аля? Надоедало это им слушать, когда шла речь об Аллахе. А когда говорили о ком-то помимо Аллаха Субхану ва Та'аля, они радовались. И каждый из нас сейчас может проверить себя в имане. Радуемся ли мы, когда يعظم الله, когда возвеличивается Аллах Субхану ва Та'аля? Поэтому, если человек сможет возвеличить Аллаха Субхану ва Та'аля своим сердцем, это самая великая польза, которая будет на протяжении всей его жизни. Это тот путь, к которому призывали пророки. Это тот путь, к которому призывали посланники. Это тот путь, ради чего Аллах Субхану ва Та'аля нас сотворил. Поэтому все пророки, они отдали свою жизнь для того, чтобы призывать к Аллаху Субхану ва Та'аля, чтобы люди направляли свои сердца по отношению к Аллаху Субхану ва Та'аля. Как сказано в хадисе ибн Аббаса радиаллаху анху, который приводится عند البخاري, Муса алейхиссалям قام خطيبا في بني إسرائيل. Муса алейхиссалям встал и проводил хутбу среди детей Якова, бану Исраиля. حتى إذا ذرفت العيون ووجلت القلوب تابع رجل من بني إسرائيل. И говорит, он такую хутбу делал, от которой сердца проявляли трепет перед Аллахом Субхану ва Та'аля. И слезы проливались, капали слезы. То есть некие такие напоминания об Аллахе Субхану ва Та'аля, которое проходило в сердце. И когда в сердце приняло это, эти люди следовали за Муса, алейхиссалям, следовали к направлению ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Та'аля. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عباد ابن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدا موعدة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصينا. صحابة говорили, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям рассказывал нам такие лекции, наставления делал, от которых сердца переполнялись трепетом. И после того, когда в сердце зашел иман, когда появился там трепет, на глазах появлялись слезы. И мы обращались к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и говорили: о посланник Аллаха, это похоже на проповедь того, который прощается с этой жизнью. И тогда мы слушали наставление посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Человек счастливым может быть только тогда, когда он с Аллахом, субхану ва Та'аля. Человек может быть счастливым, когда он в поклонении Аллаху, субхану ва Та'аля. Человек может быть счастливым, когда он любит то, что любит Аллах, субхану ва Та'аля, и не любит то, что не любит Аллах, субхану ва Та'аля. Если мы хотим с вами быть счастливым в этой жизни вечной, наши сердца должны быть в первую очередь чистыми. Наши сердца, мы должны беречь свои сердца от ширка, от рия, от многобожия, от показухи, от грехов, то есть чтобы этого не было в наших сердцах.
Поэтому если у человека будет сердце чистым перед Аллахом Субхану ва Тааля, то этот человек спасется от наказания Аллаха Субхану ва Тааля и будет счастливым. Даже если, но если у человека сердце не будет чистым, если у человека не будет сердца, то сердце, которое любит Аллаха Субхану ва Тааля и стремится к довольству Аллаха Субхану ва Тааля, то он будет несчастным. Даже если у него будет много богатства, много детей, большая семья, это все будет как наказание по отношению к нему. Поэтому на сегодняшний день мы видим, часто встречаем, когда человек обращается, какая-то проблема случилась, обращается там к психологу. И в этот момент он, каждый психолог по-своему советует, такую-то сумму назначает, то есть моя консультация столько стоит и так далее. Но однако в этот момент понимает то, что каждый из этих психологов по-своему советует. И у них нет истинного знания. Каждое их незнание – это создание. А то, кто сотворил наши сердца, и то, что нужно для наших сердец, вот мы должны возвращаться к его наставлениям, к наставлениям Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля сотворил наши сердца, и он знает, что нужно для нас. Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Хуа а'ляму бикум». Аллах лучше знает вас. Что нужно для вас? Аллах лучше знает. Почему? «Идза анша'акум миналь ард». Ведь Аллах сотворил вас из земли. «Уидза антум аджиннатум фи бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'а». И вы были зародышем в утробах ваших матерей, ни о чем не знали. «Фаджа'аля лакуму ас-сам'а ва ля-бусара ва ля-афида калилан ма ташкурун». Аллах дал вам слух. Аллах Субхану ва Тааля дал вам глаза, чтобы видеть. Аллах Субхану ва Тааля вселил в вас души, дал вам сердца. Мало вы благодарны за это Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому давайте, братья, чтобы мы были счастливыми, иншаллах, призывая в первую очередь самого себя, послушаем наставления из Корана и Сунны и прослушаем, постараемся послушать их не ушами, а сердцами. Потому что что это ухо, это наше Аллах Субхану ва Тааля, уши – это василя ли идхаль аль-ма'лума лил-кулуб. Это именно Аллах Субхану ва Тааля дал нам уши для того, чтобы через уши к нам в сердца заходили наставления от Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах в Коране, описывая неверующих, говорит: «Лахум кулубун ля я'килуна биха». У них сердца, которыми они не размышляют. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Афаля ятадаббаруна аль-Коран ам аля кулубин акфалуха». Неужто люди не размышляют над Кораном или на их сердцах замки? Аллах Субхану ва Тааля в Коране описал нам сердца. Какие вообще бывают сердца? Первое сердце, самое лучшее сердце, которое упомянуто в Коране – «Кальбур ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллям». Это сердце нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. «Фаиннаху а'заму аль-Кальб» – самое великое, самое прекрасное, самое чистое, самое праведное сердце – это сердце пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. В Коране Аллах Субхану ва Тааля каждому пророку обращается по именам, кроме пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Обращается к Нуху: «Я Нух, иннаху лейса мин ахлик, я Закария, я Ибрахим, я Иса». А к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям Аллах как обращается в Коране: «Я Айюхан Наби», о пророк, «Я Айюхан Расул», о посланник. Это нида шараф. То есть Аллах Субхану ва Тааля обращается к нему с почетом, к нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. «Мадахаху Аллаху фил Коран». Аллах Субхану ва Тааля похвалил его в Коране и сказал: «Ва-иннака ла-аля хулуқин азим». Поистине ты на великом нраве. Твой нрав великий. Почему? «Ли-анна кана хулуқуху аль-Коран». Потому что его нрав был аль-Коран. Кала саллаллаху алейхи ва саллям: «Аддабани Рабби фа-ахсана та-дибе». Аллах Субхану ва Тааля сам меня воспитал, то есть через Коран. И как прекрасно это воспитание. Аль-Куран юхатыбу кальбек ля узунук. Коран, Аллах Субхану ва Тааля через Коран обращается в наши сердца, не в наши ухи. Поэтому субхану, наши уши Аллах Субхану обращается, а в наши сердца. Поэтому Аллах Субхану говорит: «Или на их сердцах замки». И вот сейчас вот прошел месяц Корана. Мы жили с Кораном, соревновались. Субхану. Некоторые братья по несколько раз Коран закончили в месяц Рамадан. И каждый пускай сам себя спросит: изменил ли этот месяц, этот Коран нашу жизнь или нет в лучшую сторону? Поэтому или он зашел просто в наши уши и вышел через другое ухо, или проник в наше сердце. И после этого, как проник в сердца, поменял нашу жизнь в лучшую сторону. Второе, в Коране Аллах Субхану описывает сердца пророков. Один из пророков в главе пророков — Ибрахим, алейхиссалям.
Аллах Субхана Тааля говорит: «Иза джаа раббаху бикалбин салим». Описывая Ибрахим, алейхиссалям, сказал Субхана ва Тааля: «Он пришел к своему Господу, к Аллаху Субхана ва Тааля, со здравым сердцем». وقال بنفسه. И также Ибрахим, алейхиссалям, сам же обращался к Аллаху Субхана ва Тааля и просил у него дуа и говорил: «Вала тухзини яума юбаасун, яума ла янфау малун вала банун, илля ман ата Аллаха бикалбин салим». «О Аллах, не опечаль меня в день, когда мы все встанем перед Тобой. Воскресный день не сделай меня из числа опечаленных. В тот день, когда не поможет ни имущество, ни дети, кроме как тот, кто пришел к Аллаху Субхану ва Тааля со здоровым сердцем». Третье – кулюбу сахаба. Аллах Субхану описывает в Коране сердца сподвижников. «Хум афдалу умма». بَعْدَ نَبِيهَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَعْدَ الْأَنْبِيَا. Самые лучшие из людей после пророков – это сподвижники пророка Мухаммада, صلى الله عليه وسلم. Пророк Мухаммад, صلى الله عليه وسلم, сказал: «Хайру куруни карни, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». Самые лучшие из поколений – это мое поколение, сахабы. Потом, кто пришли после них – табиин. Потом, те, кто пришли после них – таби и табиин. Аллах Субхану Тааля описывает их и приказывал им, начиная с сахабов, и также этот хитаб, это аят коранического текста, также приказ нам, Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан, ва ля тафаррагу». Держитесь вместе за ветвь Аллаха Субхану ва Тааля и не разделяйтесь. Вместе крепко держитесь за ветвь Аллаха и не разделяйтесь. Ветвь Аллаха, хаблюллахи ламитин аль-Куран. Это Куран, это ветвь Аллаха Субхану ва Тааля. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Вспомните милость Аллаха Субхана ва Тааля по отношению к вам. Вы были врагами по отношению друг к другу. И Аллах Субхана ва Тааля сблизил ваши сердца, опять же, через Коран, через религию, и по милости Аллаха Субхана ва Тааля вы стали братьями. كانوا مخلصين مثل الدين أفضل التمثيل. Они были искренними сахабы и показали пример искренних верующих. Если вспомнить историю имраатун зания, женщина, которая совершила прелюбодействие, пришла к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и покаялась. Тогда ее раджм, то есть была смертная казнь, закидали ее камнями. То есть она терпела, то есть была искренная и не хотела скрыть свой грех. Сказала: «Очисти меня, тахирни, Расул, очисти меня, о посланник Аллаха». Поэтому вот это, что мы сейчас сказали про сахабов, про пророков, про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Субхана Тааля описывает в Коране, говорит: «Тилька умматун кад халат». Это та умма, те люди, которые уже прошли. То есть на сегодняшний день таких людей нету. Однако сейчас вот по отношению к мусульманам, по отношению вообще людям, по отношению сейчас, как должны, какие сердца есть? В Коране об этом тоже Субхана ва Тааля говорит. Сердца делятся. То есть мы сказали пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пророки, сахабы. И они прошли, они прожили эту жизнь. Это были самые лучшие из людей, самые лучшие пророки, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сахабы. Также кулюб аль-муминин, сердца верующих людей. Аллах Субхану ва Тааля описывает в Коране, Субхану ва Тааля говорит: «Калат аль-а'рабу аманна, куллан ту'мину, валякин кулю аслямна, валамма ядхули л-иману фи кулюбикум». Бедуины сказали, обратились к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказали: «Мы уверовали, у нас есть иман». На что Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Скажи, Мухаммад, вы не уверовали, однако скажи, мы только подчинились, мы приняли ислам. А вот когда вера проникнет в ваши сердца, тогда можно сказать, что вы уверовали». Аль-иман – это дела аль-кальб, биль-кальб валь-джаварих. Это дела сердцами и нашим телом, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Аль-ислам – именно когда телом Аллах практикующий человек, но однако в сердце его еще не проникло. Самый лучший, высшая степень – аль-ихсан. Когда человек сможет достичь дараджат аль-ихсан, «Ан та'буду Аллах ка аннака тарах, фа ин лам такун тарах, фа иннаху ярак». Это когда человек поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля и живет в этой жизни, как будто он видит Аллаха Субхану ва Тааля. Но Аллаха мы никто не видим. Но в этот момент он задумывается и знает то, что Аллах Субхану ва Тааля наблюдает за ним. То есть мураккабат Аллаха Азза ва Джаль. Постоянно он понимает, что Аллах Субхану ва Тааля за ним наблюдает. Также Аллах Субхану ва Тааля описывает сердца неверующих. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна ладзина кафару», то есть описывает поистине неверующие. Если ты их будешь призывать и призывать, они не примут.
Аллах поставил печать на их сердца, запечатал их сердца. Махтума, кулубу махтума, запечатаны их сердца. Также Аллах Субхану описывает в Коране сердца грешников. Уль-фасака, уль-уса. Грешники, которые слушаются Аллаху Субхану ва Та'аля. И каждый раз, когда они совершают грехи, на их сердце, сердце покрывается некой оболочкой. Ран. В Коране сказано. Калла бал рана аля кулубихим. И когда человек, субханаллах, совершает грех, пусть это будет маленький грех, потом постоянно он повторяет эти малые грехи, и это уже приводит к тому, что стало для него обыденным делом. Субханаллах. И в этот момент он не стесняется Аллаху Субхану ва Та'аля, и это его подталкивает на аль-кабаир, на большие грехи. Потом уже первый раз, когда он возвращается Аллаху Субхану ва Та'аля, просит у Аллаха Субхану ва Та'аля прощения. Но если он постоянно это повторяет, повторяет, Аллах Субхану запечатает его сердце. И это самое опасное, вот когда человек приходит, раб Аллаха Субхану ва Та'аля, и сожалеет о своих действиях, сожалеет перед Аллахом Субхану ва Та'аля, перед Всевышним Субхану ва Та'аля, просит у Аллаха тауба. И в этот момент думает, Аллах Субхану ва Та'аля простит меня или нет. Альхамду лилля, у этого человека сердце живое. То, что он вспоминает Аллаха Субхану ва Та'аля. А страшно, братья, когда, субханаллах, человек грешит и не задумывается об этом. Вот у этого человека сердце запечатано. Оболочка на его сердце. Как в хадисе Ибн Аббаса, радаллаху анху, приводится, «Ту'разу дзунуба аля л-кулуб, фаайю кальбин анкараха». Поистине, грехи, они нападают на сердца рабов Аллаха Субхану ва Та'аля. То есть, как будто это враги, в виде грехов нападает на сердца. И какое сердце может дать отпор этому? То есть поэтому постоянно васвас делает шайтан, нашептывает, подталкивает на греховного. Вот в этот момент он смотрит на точку, на какое, на что, на сердце. И в этот момент нельзя допустить, чтобы это проникло в наши сердца. Человек, он грешит, он кулюбин адама хаттаба, хайруль хаттаина таввабун. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал, каждый из детей Адама, алейхиссалям, он грешный. Но лучшие из них те, кто просит Аллаха Субхану ва Та'аля прощения. Альхамду лилля, Аллах Субхану ва Та'аля защитил нас с вами от любви по отношению к греху. Как в детстве, так и сейчас. Но однако, если человек совершил какой-то грех, должен возвращаться к Аллаху Субхану ва Та'аля, просить прощения. Но не должен любить грехи. Должен возвращаться к Аллаху Субхану ва Та'аля и просить у Аллаха Субхану ва Та'аля покаяния. قال ابن القيم رحمه الله ليس في الوجود أطيب عيش ولا أهنى حياة إلا من غض البصر. وسейчас вот летний период, когда سبحان الله фитны тоже много, когда девушки не закрывают свою аура, и бывает вот в этот момент Аллах سبحانه нас с вами проверяет, прячем ли свои взоры или нет. И ابن القيم رحمه الله сказал, валлахи, в этой жизни нету ничего более прекраснее, чем того раба Аллаха Субхану ва Та'аля, который оберегает свои взоры от харама. Когда человек сможет прочувствовать сладость веры, тогда, когда он сможет оберегать свой взор от харама. Когда человек смотрит на харам, как имам Шафи, рахмаллах, помните из истории, когда у него была сильная память, и вдруг у него стала память плохой. Он увидел девушку, когда проходил, и увидел ее оголенную щиколку. Не специально посмотрел, как увидел, сразу отвернулся. И после этого стала у него плохая память. У него был один из его преподавателей, один из его шейхов, Вакия, на что сказал, «Шакауту иля Вакия суа аль-хифзи, фаусани битарки аль-маасы, факал, инна аль-илму Аллахи нурун, ва нуру Аллахи ла ю'тали аль-аасы». Говорит, я пожаловался своему устазу, своему шейху, Вакию, то, что у меня память стала плохой. То есть раньше он больше Коран изучал, потом меньше стал, то есть меньше начал запоминать. И что он мне сделал наставление, дабы я оставил грехи? И сказал, поистине, знание Аллаха – это нур, это свет. И Аллах, субхану ва Та'аля, не дает свой свет грешнику. Поэтому, субханаллах, знание – это не только то, что мы записываем, или изучаем, или зубрим. Знание – это нур Аллах. Якзифу фи кальби ма яша. Это свет Аллаха, который он вселяет в сердце того раба своего, которого он пожелает и полюбил. Поэтому, как только человек грешит и проникает от его сердца, появляется точка. Нуктату сауда, как сказал в хадисе, черная точка. Потом у него есть возможность очистить это через тауба, через прощение, через покаяние, через возвращение к Аллаху Субхану ва Та'аля. Однако, если он повторяет еще одна точка и так далее, и потом его сердце чернеет, и некая оболочка появляется, через которую уже не проникает
уже у него не появляется трепет, когда ему говорят «побойся Аллаха Субхану ва Тааля». У него не появляется трепет, когда Коран читается. То есть как будто обыденно. И бывает такое, субханаллах, когда-то бывает, субханаллах, мы молимся, когда мы читаем намаз, альхамдулля, мы плачем, мы вспоминаем Аллаха, субханаллах. Бывает так, когда время проходит, когда мы не задумываемся об этом. Значит, в наших сердцах что-то через сердце не проходит. Поэтому мы должны, альхамдулля, постоянно возвращаться к Аллаху, субхану ва тааля. Также Аллах субхану описывает в Коране «Кулуб аль-муджиримин» – сердца грешников, преступников. Аллах субхану ва тааля описывает их. И грехи бывают по отношению «фи хакки илля» у фи хакки ан-нас. Грехи по отношению к Аллаху субхану ва тааля и грехи по отношению к рабам Аллаха субхану ва тааля. Когда человек задевает хак, имущество или честь другого, это по отношению к людям. Аллах субхану ва тааля описывает в Коране, говорит «фи джаннати йатасаалун». То есть, когда судный день, да, Аллах субхану, чтобы мы все были из тех людей, которые зайдут в рай, иншаллах, своими семьями, своими близкими, иншаллах, чтобы Аллах защитил нас от наказания ада, как вместе собрал, чтобы вместе в раю были, иншаллах. Но Аллах субхану говорит, те люди, они не из кафиров, не из верующих, а из грешников, которые зайдут в ад, будут общаться с теми, которые будут в раю. И Аллах субхану описывает этот хивар, этот диалог и говорит, «Фи джаннати ятасаалун». عن المجرمين ما سلككم في سقر. Когда люди, которые будут в раю, увидят неких своих, может быть, знакомых, которые были с ними в этой дунье, они вместе встречались в этой жизни, в судный день Аллах Субхану Тааля разделит. ويوم تقوم الساعة يوم إذ يتفرقون. Когда наступит судный день, люди разделятся. Будет два разделения. Первое – это когда они навременно разделятся. Какой-то Аллах Субхану Тааля верующий заведет в ад, в джаханнам, накажет его там, очистит его, потом ведет в рай. А будет фиракуль абади – вечная разлука между верующим и неверующим. Больше они никогда не встретятся. Если люди скажут, мы же были в дунья вместе, мы же встречались. Почему вы сейчас здесь, в джаханнам, наказываете в джаханнам, в аду, а мы в раю? Первый ответ – قالوا لم نكن من المصلين. Мы не были из числа молящихся. ولم نكن نطعم المسكين. И мы не кормили бедных, нуждающихся, не давали садака. وكنا نخوض مع الخائضين. И мы, говорит, вместе проводили время с теми людьми, которые не любили проводить свое время в местах, где поклонялись Аллаху Субхану. То есть забавы, веселье, постоянно смех и так далее. То есть мы не проводили время там, где поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля. Также Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, то есть как человек сам себя может не любить. И здесь Аллах Субхану описывает, какой он сам себе вред несет. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Кто может быть более из тех, которые сам себя притесняют, более из тех людей, тиранов по отношению к самому себе, когда слышит аят Аллаху Субхану ва Тааля, когда его призывает к Аллаху Субхану ва Тааля, он отворачивается. Когда его призывает к Аллаху Субхану ва Тааля, он отворачивается. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَكَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. Таким образом мы, Аллах Субхану говорит, прокладываем дорогу в сердцах грешников. Таким образом прокладываем дорогу для шайтана, путь для шайтана в сердца грешников. Также Аллах Субхану описывает в Коране сердца высокомерных людей. Аль-мутакаббирин. То есть мы сейчас для чего это говорим, уважаемые братья? Напоминаем, то есть какие бывают сердца вообще. И сам каждый, сам из нас должен себе задать вопрос, к кому я отношусь. И потом лечение к этому, чтобы очистить свои сердца. Все мы в этом нуждаемся. Аллах, я в первую очередь в этом нуждаюсь. И все мы в этом нуждаемся. Очистить наши сердца. И что нам поможет для того, чтобы, иншаллах, мы очистили свои сердца? Кулюбуль мутакаббирин. Сердца высокомерных людей. Это те люди, которые любят делить людей на цвет кожи, на положение в обществе, на там, гражданство. Да? То есть эти люди мутакаббирин, которые себя ставят выше других. Поэтому Аллах Субхану Тааля описывает в Коране и говорит, самый лучший перед Аллахом Субхану Тааля человек это какой? Инна акрамакум индаллахи таккакум. Наилучший из вас перед Аллахом это тот, кто более набожный. Это кто более набожный? Не тот, кто самый
богатый или у него такое большое положение в обществе какое-то свое, да? А именно тот, кто набожный, богобоязненный. Аль-кибрия лилля. Почему? Потому что высокомерие, оно принадлежит только Аллаху Субхану ва Та'аля. И Аллах Субхану ва Та'аля говорит то, что в Джаханнаме есть тюрьма, которая называет Булиш. В хадите сказано, это тюрьма в аду, в Джаханнам. Туда будут, это отдельное место для высокомерных людей. То есть будут кому-то для неверующих, кого-то грешников, но для высокомерных Аллах Субхану ва Та'аля уготовил отдельное наказание. Тушаббу аля ахли нар аньяран. Аллах Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах будет поливать их сверху огнем, огнем, огнем высокомерных людей. Юхшару мутакаббируна йаум аль-кияма камсали зарр фи сурати ар-риджаль. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то, что в судный день высокомерные люди воскреснут, подобно как маленьким таким насекомым, букашкам. И, то есть их тела будут как у людей, как будто как человек, но маленькие будут такие. Почему? Потому что они в этой жизни себя такими высокими считали, такими высокомерными считали. Поэтому они будут топтаться под ногами людей, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار سبحانه وتعالى говорит, таким образом Аллах Субхану ва Тааля ставит печать на сердце каждого высокомерного. Также сердца аль-мунафикин, лицемеров. Это самые опасные люди. Почему? Потому что их невозможно узнать, лицемер он или нет. Это в их сердце. Аллах Субхану ва Тааля говорит, Субхану ва Тааля, يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Они говорят своими языками то, что не в их сердцах. كذابين, обманщики. Аллах Субхану ва Тааля описывает их в Коране и назвал их в Коране куффар, неверующими. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, обращаясь к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: "Я айюха ар-расул, لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم". О посланник, я Мухаммад, пусть тебя не печалят те, которые спешат в неверие. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. Это те, которые уверовали, говорят, мы уверовали своими языками, но их сердца не уверовали. Аллах Субхану писал их неверующими. И Аллах Субхану ва Тааля, сейчас закончим этот аят. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Аллах Субхану описывает также мунафиков и говорит, из людей есть те, которые говорят, мы уверовали в Аллаха и в судный день, но однако они не уверовали. يُخَادِعُونَ اللَّهَ. То есть они хитрят с Аллахом, но однако они хитрят только сами себя, хитрят только сами себя. وَمَا يَشْعُرُونَ. Но однако они этого не чувствуют. Поэтому, да, Аллах Субхану ва Тааля. А почему так? Потому что в их сердцах марад. Аллах в Коране сказал, в их сердцах болезнь. В их сердцах болезнь. Есть мушкили, есть проблемы в их сердцах. Поэтому это из раньше было, и сейчас тоже в уме пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям бывают мунафики. Поэтому отдельная сура в Коране, мунафикун, в сурате Тауба, Аллах Субхану ва Тааля много говорит о них, о их положении. Дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы наши сердца были чистыми перед Аллахом Субхану ва Тааля, чтобы мы смогли взять пользу из того, что мы слышали, и действовать соответственно иншаллах Корану и сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи.